В Ульяновске состоялось заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. На нем подписали два документа в сфере социального партнерства: региональное соглашение о минимальной заработной плате на 2022 год и соглашение между работодателями, профсоюзами и правительством Ульяновской области. Считаю, что членами комиссии проведена большая работа по разработке этих документов, которые действительно учитывают потребности настоящего времени. С 1 января 2022 года региональным соглашением устанавливается минимальная заработная плата в размере 15 700 рублей для работников внебюджетного сектора экономики и среднего предпринимательства. Трехстороннее соглашение также нацелено на повышение уровня жизни ульяновцев благодаря предусмотренным в нем мерам. Среди них ряд антиковидных мероприятий и помощь молодежи. Целый раздел соглашения мы отвели вопросам улучшения труда молодежи. Для нас важно закрепить молодежь в Ульяновской области, помочь каждому молодому человеку влиться в рынок труда и обрести начальный трудовой опыт. Стабильный, достойный доход работников Алексей Русских назвал основой экономического и социального благополучия в Ульяновской области. В период пандемии жители региона столкнулись с ростом расходов и снижением доходов. Повышение минимальной оплаты труда станет первой ступенью к улучшению ситуации. Как первый шаг, это повышение МРОТ, которое сегодня соглашение подготовлено по МРОТ. Оно будет составлять 15 700 рублей. И мы надеемся, что подписав его, мы получим инструмент для заключения коллективных договоров крупных предприятий среднего бизнеса, для того, чтобы они стремились к повышению этой заработной платы. Задача, которую ставят перед собой стороны, подписавшие соглашение, поднять зарплату в учреждениях до средней по Приволжскому федеральному округу. Она составляет сегодня 45 тысяч рублей. Более амбициозная, но достижимая задача – рост средней зарплаты в регионе до федерального уровня – 56 тысяч рублей. Целый ряд предприятий успешно с ней справляется. Хочется отметить, что все предприятия Союза машиностроителей России и Ульяновской области выдерживают все показатели по уровню минимальной заработной платы и по темпам увеличения зарплаты. Комплексная и поэтапная работа правительства Ульяновской области над ростом средней заработной платы в регионе до общероссийского уровня позволит решить проблему оттока молодых специалистов. Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ульяновской области устанавливает повышенный размер минимальной заработной платы на территории региона по сравнению с показателем по стране. Валентина Никонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.